вижу, что в этом году вы отмечаете 20-летие своей творческой деятельности. Да, невероятно, но факт. Так что я желаю всем, конечно же, юным участникам очень такой многолетней, большой, красивой карьеры. И я хочу с удовольствием пригласить на эту сцену человека, с которым начинался мой путь, который стоял у истоков моего творческого пути. Это президент сегодняшнего фестиваля Валерий Белозерковский. Аплодируйте, пожалуйста. Действительно, Алсуп, 20 лет прошло, как один миг. Зал, не молчи. А помнишь, как мы мечтали, что когда-нибудь ты станешь народной артисткой России? Помнишь, вот наши такие? Было дело. Дорогие друзья, указом президента Российской Федерации Абрамова Алсур Алифовна стала заслуженной артисткой России. Спасибо, спасибо всем. Спасибо за многолетнюю любовь и поддержку. Спасибо.